передаче Дмитрия Лукина, номер 8, шайбу забросил Максим Шипин, номер 97, команда «Градина».
Последняя минута первого периода. Команда «Трактор» взяла 30-секундный перерыв.
За подножку малым штрафом наказан Павел Афанасьев, номер 5, команда «Тройка». Команда «Трактор» играет в полном составе.
блокировку малым штрафом наказан Дмитрий Киржаков, номер 86, команда «Трактор». Команда «Трактор» играет в полном составе.
нарушение численного состава малым скамеечным штрафом наказана команда «Трактор». Последняя минута второго периода. Команда «Трактор» играет в полном составе.
нарушение численного состава полуфинальным штрафом наказана команда «Гранит». Команда «Гранит» играет в полном составе. Время берется по контрольному секундомеру. Время на табло правильное.
За нарушение численного состава малым с конечным штрафом наказана команда «Трактор». Команда «Трактор» играет в полном составе. За подножку малым штрафом наказан Илья Семенов, номер 73, команда «Трактор».
Команда «Трактор» играет в полном составе. Последние 3 минуты третьего периода. Thank you.
Команда «Гранит» взяла 30-секундный перерыв. Матч закончился со счетом 0-1. Победу одержала команда «Гранит».